И снова всем привет, дорогие друзья! С вами NoFake! И же Моро! И мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved на хардкор сервере, где мы сегодня наконец-то полетим на долгожданный многими рейд на французскую базу, которую мы обнаружили. У нас есть гранаты, у нас есть много патронов, у нас есть металлические доспехи, птеродондоны и, в общем, мы готовы, ребята. Остров находится прямо перед нами. Чё, братан, зайдем, наверное, с жопы, да? Посмотрим. А вдруг они базу разобрали, представляешь? Мы прилетим, а там ничего. Да-да-да, они переехали, ёптить. Сказали, о, что, нас... Я не думаю, что это единственное у них все таки. Я тоже не думаю, что это у них единственное, но как бы были у нас случаи уже после того, как... Помнишь, как пацаны переезжали? Я не помню, когда это было, но, по-моему, у нас были такие случаи, не? Когда переезжал кто-то. Угу. Мы запланировали рейд, приехали, а их там нет. Да-да-да, типа вы нас не зарейдите, мы все разберем нахер. Вот такой ультиматум был. Типа, вы не это, вы ничего не получите. Ну типа да, вы не достанете же ты никому. Вот, ну что же, наша задача, ребята, сейчас все грамотно сделать, найти слабое уязвимое место на вражеской базе. И, соответственно, продамажить ее, войти внутрь и посмотреть, кто там. Если есть кто-то из негодяев, подлецов, соответственно, которые живут на базе, внутри, как бы, будут отбиваться, сначала убить их, получается. Да. Все довольно просто. В рейдах, кстати, туман, это очень плохо. Погода... Можно подождать, пока пройдет. Не рейдовая немножко. Давай проверим. Так, подожди, а мы разве Бронта им не убивали в прошлый раз? Нет. Мы его не добили. Слушай, а там кенгуру? В конце улететь. В смысле кенгуру? Какой кенгуру нахрен? Там кенгуру. Там же не было вроде кенгуру. А они восстановили. Кенгуру и говно новое вот это. Дебильный динозавр. Дебильный динозавр. Так, по мне палит пушка. Че еще у них? Птица, по-моему, есть еще. Я не знаю, как будто дохлая птица валяется, слышишь? Просто воткнутая. Птица воткнутая. Да вон торчит. Ты где? Ты с какой стороны? Я еще лечу, у меня тут это упало кое-что. Смотри, главное, чтобы стояло кое-что, а не падало. Чё за фигня? Нет, а кто стоит всегда отлично. Меня, знаешь, мне не нравится то, что меня турель, сука, видит, когда я чуть-чуть выглядываю. Турель сразу простреливает. Также спина там. Все, я здесь. Ну-ка, сейчас я посмотрю левелка, левелки вот этой дичи. 119-й, значит, дебильный динозавр и птина. А, ой, птина, блин. Опа. Этот. У них там что-то со стеклом. Что со стеклом? Где? Вон сбоку. Видишь? Вообще не вижу из-за тумана, сука. Может, Sky Quality убрать? У меня его вообще нету. На ноль. Что за фигня? Так. Да блин. Подожди, ты по птице палишь сейчас? Нет. Я не вижу ничего стеклянного. Я думаю, может пролететь и попробовать подорвать, просто сразу сверху зайти к ним в ангар. Или просто напрямую в ангар залететь. О, наконец-то попал. Ай! Эй! Живи, живи, живи! Ты жив? О, господи! Кто там слетел? Кто куда слетел? А почему? О, господи, там две птицы! Сука! А как они слетели-то? За агрессию. Птица, 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 да, тихо, да. Спокойно. Минус. Оп, минус, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у нас птеродондон упал. Сука, один, сейчас, ладно. А второго оставим. Угу. Блин, потеряли птера, ребята. Так, тихо-тихо-тихо, спокойно. Сука, мы их не отсвистели, не присвистели. Да-да-да. Так. Тихо-тихо-тихо, тихо, спокойно. Сдохнет эта птица когда-нибудь? Так, тихо. Пытаюсь. Она очень быстро летает. Слышишь, как птер раньше. Ой. Так, все, хорошо. Давай теперь этого. Бронту где надо там дрючить. Что там еще? Сейчас я хочу этого. Так, ой, тихо, спокойно. Ой, как ему плохо, маленький. У него вообще... Откармливай какой-то... тогда. Сука, ну, одного нифига. Птера потерять просто на такой дичи, ребята, это просто жесть. Это очень плохо. Еще, видишь, видимость говно, блин, сука. Вот именно. Очень плохая погода для рейда, ребята, очень. Но будем справляться. Надо разгрузить будет максимально
этого нашего дундончика. Угу. А, разгрузить для того, чтобы вдвоем прилететь на базу. Так. Давай, морда, да похер вообще, бей, не бей. Так, спокойно. Так. Ну, он краснеет, краснеет, кстати говоря. Угу. Я не знаю, сейчас еще хозяева, главное, чтобы не вылетели. Но там минус две птицы получилось, поэтому, в принципе, я не знаю. Угу. Там еще птица вылетает! Вижу. Принимаем сейчас. Летит на меня. Так, еще один патрон в нее. Еще один. Готово. Есть. Есть. Где у нас Бронта? Убегает, вон сука. Он. Давай добьем. Есть. Ага, хорошо. Так, там еще спинозавр. Там что-то повалилось. Это Бронто повалился. Остались только цветы. Внизу что у нас? Мне интересно, а цветы у нас... Я думаю, мы можем пролететь. Нужно, чтобы... Винтовки. А, надо, чтобы... Слышишь? Как раньше. Давай проверим. Давай вот этот, который под Бронто. У нас патроны есть, вот как бы. Да, я по нему стреляю. А ты винтовок еще не брал? Нет, у меня одна с собой. Блин, у меня тоже. Так... Цветы, как раньше, вроде бы не это, никак. Но мы можем попробовать фондейшн взорвать. Оба, кингу. Кенгуру. Да, там кенгуру внизу, сука, бегает, скачет. Скачковый. Нет. Ой-ой, там и новый этот, дебильный динозавр тоже здесь, они все агрятся. Я предлагаю пролететь прямо на птице внутрь ангара. Возможно, хозяева спят. Мы не залетим за этой хренью. Из-за чего, из-за Бронта? Нет, из-за... Как его? Из-за цветка. Что, думаешь, сильно притормозит? Остановит. Да. Так мы можем зайти вот с этой стороны, где ты сейчас. А если мы... Опа-опа-опа, стреляет. Гранатами тут сделаем ты дырочку. Ты хочешь вот так вот сделать? Попробовать. Давай попробуем. Ну, у нас... Во-во-во-во-во-во-во, нормально. Да, дамажится. Нормально дамажится, да. Сейчас через нее и пройдем. Отлично, все, стоп. Сейчас. Вот через нее прямо и пролетим. Там маленькая слишком. Сейчас еще одну дырочку. Добей. Давай, я пока возьму птера. О, вот теперь нормальная дырочка. Он у нас разгруженный? Да, там ничего нету. Тут мясо есть гнилое. Так, давай я попробую тебя взять и сразу же нырнем вместе. Так, не надо. Я полетел. Окей. Все, я внутри. Окей. Опа, все, тут все. Яичко. Тихо, спокойно. Так, хорошо. Так, здесь дверь, подожди. Здесь дверь, да-да-да, отгони его немножко в угол. Вообще в угол куда-нибудь. Поставить и отсвистеть полностью. Он дверь... свистан вроде. Пассивка. Пассивка, все. Так, хорошо, можно дверь начинать сваливать. Я стырил яичко. Понеслась, ребята, ёпта. Стой. На, выпей для храбрости. Для храбрости? Ёпта, что там, намешал что-то? Слушай, а хозяев-то нет дома, походу? Походу дела. Хозяев нет дома, ребята. Так, давайте супчик для храбрости примем. Давай, выбивается дверь, все, хватит. Сейчас, стой. Вот. Готов? Да. Заходим. Это кто? Сука, он живой? Давакин! Давакин! Подожди, он мертвый или живой? Нихера не могу понять. Походу мертвый. Подожди, он спал, получается. Да. Че он стоял-то? Ни хера не. Бак, ребята, подожди. То есть нас убивал Давакин все это время. Аккуратно. Че там стреляет? Ой-ой-ой. Турель, сука. Ребята, чучело пацана стояло. Я вниз попробую пройти. Hey! Hello! We are friendly. Может, они на другой базе. И сейчас прилетят еще. Я хз. Ух ты, здесь у них этот, слышишь, блин, гербарий целый, сука. Оп-оп-оп-оп-оп. Если у них есть еще одна база. Сейчас пытаюсь войти. Аккуратненько. Минус что стекло. Это а это стекло сломал? Подожди, здесь в агро идет этот новый дебильный динозавр. И кенгуру тоже в агро. Они не могут пройти, сейчас, слышишь? Меня тут колбасит. А что у тебя случилось? А, по мне цветочек. А ты как, вылетел, что ли? Не-не-не. Опа, додошечки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, цветок, сука, попал. Ой-ой-ой-ой. Сука, вот урод.
вот этого махнатить надо. 119-й левел у него, смотри. Давакин, давакин, дран-даран-дан-дан-дан. Ой, хорошо. Во. Так, подожди, здесь металлическая херня, она вся металлическая? Не знаю. Стенка есть! Каменная! О, отлично. Проходим, проходим, проходим. Ай, ложки! Сука, кто ж так строится-то? Так, тихо, спокойно. Слышь, я в трофей залезть не могу, а раньше можно было. Чужой, в смысле? Ты хотел снять череп, что ли? Надо. Кто там агрессирует? Там этот, спина. Аккуратно, тут бы это не сломать. Тихо, отойди, отойди, отойди. Чего не сломать? А, подъем? Рампу. Да, сейчас, дай поднимусь. Слушай, а ее придется ломать? Тебе придется с птером тогда. Блин, я не знаю, как нам дырку сейчас, какую выломать. Сейчас, давай попробуем. Ломай дальше. Там просто я вижу, что стенка должна сейчас вот-вот сломаться, а это нет. Стенка еще одна. Еще одна грена. Все, можно отходить. Так, хорошо. Сука, да! Да, нормально. Кто меня ударил? Тут труп! Спящий! Еще один. Сперка! С гренами! Сука, и с пистолетом, трофейчик. Ух ты. У него, блин, нифига себе копеево. Ага. Чё тут в сундучке? Синяя коп... Чё там? Чё в сундуке? Хабар? Нихера себе! Топор мастеркра... Ребята! Слушай, это надо забирать всё, надо загрузить, слышишь? Я, наверное, на себя надену что-то. Давай я возьму топор, или ты, сука, уже всё сделал. Ты о чём? Там ничего не было, тебе показалось. Это мой топор! Это подтвердят. Ты о чем? Топор мой отдай, сука, я туда положил его. Звезданул, ребята, так, бутылку воды тоже. Ладно, на, возьми в сундуке. Они спали, слышишь, мы вовремя, ребята, пришли. Сука, хорошо. В сундуке возьми. Он еще живой? Уже нет. Уже нет. А тут что есть? Тут что-то сломалось. Вот это трофейчик, ребята. Вот это трофейчики, я понимаю. Так. Видимо, с войны парень шел. Чё в сундуках, интересно? О, они не запаролены, это слышишь? Это кенгуру. Тут... Чё тут? Ресурс. Ну, тут куча ресурсов. Слушай, это надо выводить. Ох, ёпта, они здесь. Ох, ёпти. Здесь очень много фейерверков. Это в тебя? Да. Здесь что у нас? Пожрать есть. Здесь у них только топляк. В камине тоже что-то жгли, типа. Ёб твою. Еда есть. Что там? Что ты делаешь? Что ты... Сука. Я случайно гранату кинул. А от испугу еще одну кинул. А что, может, вырвем им здесь это? Реально стенку и убьем спина. Давай вот сверху. Слушай, подожди, а тут, смотри, тут тоже что-то есть. Тут какая-то комната, типа, скрытая. Под ну-ка, рампой. Подожди. А, правда, да? Давай посмотрим, что за дичь. Давай накидаем. Ну, нам нужно... Ах ты ж, сука! Ах ты, ни хрена себе! Взорвали. О-о-о-о-о, он меня прокидывает там сбоку. Блин. Вот это дичь. Что-то гранаты супер мощные стали. Блин, там еще, сука, сзади стреляет. У нас пол здесь есть? Мне плохо видно, Артем. Сука. Нет, здесь пола, блин. Скрытая комната. Открыли скрытую комнату, ребята. Нахер сломали пол. Так, а у нас здесь закрыть можно дичь? Блин, сука, в закрытые ворота. И че? Опа! Там бомж! Да? Сейчас мы пройдем. Сейчас, вот. Там еще один. Гранату. Блин. Нихера они позакрывались, блин. Бомж в железе бля. Чё ж творится-то? У меня части ломаются. Ладно, сейчас переоденусь от бомжа. О, жесть какая. Чё там у него? Здесь девушка какая-то, подожди. Она узкоглазая довольно. Узкоглазая? И мне нужно забрать с нее одежду, потому что моя одежда поломана. Не знаю. Я не знаю, кто они, китайцы или французы. Что-то в ней много всего. Ух ты! А у них в этом, смайте, зеленая броня железная. О, господи, сука, что за урод.
Смайте? Блюпринты железной брони, да. Давай заберем тогда. Это нам дичь нужна. Так, блин, как бы там стенки сломать, так, чтобы пройти. Блин, цвета, сука, некрасивые у них. Что там за цвет? Я что-то не обратил внимания. Зеленый на ней был. На тебе, сучка. Ай-яй-яй-яй-яй, там цветок по мне дамажит. На тебе, сучка, за дерево жизни наша, Джейн! Так, хорошо, на хардкоре эти пацаны больше точно не играют. Сколько их здесь вообще, интересно? Что ты делаешь? Вопрос. Об стенку долблюсь. Зачем? Там птернос, и я просто не хочу взрывать пол. Я хочу взрывать стенку. А не проще вот так сделать? Нет. А что такое? Его сейчас продамажит все, что можно, он сюда не залезет. Так а в чем проблема-то? Мы можем сделать еще одну дырку. Почему не зайдет? Он снизу, вот сверху зайдет. Да, зайдет. Ну ладно. Здесь же вот есть проход. Он сейчас спокойно прилетит к нам вниз. Ну! Во! Вот, хорошо. Так, тут еще что-то сломать можно? Так, спокойно, все, я птера посадил. Тут уродливые. Да, уродливые, я тебе говорю, прям жесть. А так, там у нас турель там стоит, под. Жесть. Надо спину просадить, я не знаю, с винтовок мы его заберем или нет. Страшки. И там еще турель, сука, неудобно стоит. Так. Черт подери. Надо загрузить, слышишь, в птера сразу все, что можно вынести. Что ты там видел, у них блупринты, можно сразу в птера да. их забрать. Ой-ой-ой, у меня перевес жестокий. Какой? Сильный? Перевес на птере жестокий. Так. Большой жестокий перевес. Я чувствую, я спину нихера не убью со своего говнеца. Так, это мы берем, это нет, это берем, это мы берем. Он немножко продамажил. Что у них здесь было? Ой, у них металл есть, сука. Цементную пасту надо забрать. Полимеры надо забрать. То, что меньше весит, заберем. Цементная паста, полимеры и электроника я взял. Так, а в принципе, еще вернемся. Надо будет вернуться сейчас. И снять турель. Сишек нужно было наделать. Мы сишек, ребята, не успели сделать. Так, здесь есть сундучок, который можно все закинуть. Железное помещение мы проникли, получается, в то, да? Вот, сука, стенку забыли заменить. Вот это бомжи, елки-палки. Ну, там еще на улице есть. Да, на улице. Турелька. А там интересно, мы... Там есть, может быть, там тоже забыто что-нибудь? А турелька перестала стрелять. Или... Че, патроны кончились? Может быть, или из-за этого. Но я пытаюсь сейчас просадить. Ну че, французские же порвали снова, ёпта! Правда, они не сопротивлялись. Но знаешь что, если у них есть еще члены банды, то вот их нам придется как бы опасаться. А эти... Сука... А эти уже ничего не сделают, ребята. Не забываем, что это хардкор сервер. То есть. Сука. Чё ты? Чё случилось? Да я, гранаты как-то у меня криво летят все. Куда-то хотелось бы. Я говорю то, что это хардкор сервер. Эти ребята уже не вернутся, ребята. Точнее, если и вернутся, то им нужно будет из заначек забрать. Грены, если они у них есть, там C4 и прийти к нам. Одна жизнь, ребята, здесь мы беспощадно расправились с тремя членами трайба. Я не знаю, есть ли еще, но вроде бы никакого сопротивления вообще, все спали абсолютно. Абсолютно аккуратно все спали. Аккуратно там сейчас, стой, над тобой гранаты взорвется. Блин, слышишь, я чувствую, я не задамажу эту дичь. Я хочу его гранатами попробовать задамажить. Я вижу, как ты дамажишь нахер эту всю стенку раздрочил уже. Ага. О, господи, Артём! Что такое? Ты его хочешь или... Что-то сломалось, кажется. Кстати, показываю финт. Смотрите, как, ребята, можно делать. Как можно управляться гранатами мастерски. И она падает прямо на... Ой. Да, слушай, нету, все. Вот. Патроны кончились, походу. Нет, это слишком высоко. Ёптить. Да. Чё патроны кончились? А, у турельки? Угу.
А что тебе мешало вот так сделать, как я сейчас делаю? У меня нормально не дали. Ну, но перелетало там немного. Угу. Ну, это тяжело на самом деле. Так. Нам бы эти сломать. Да чё ж ты, сука, не умирающая такая? Я не знаю, сколько у него хп вообще, блин. Нам ну-ка бы турельку тут сломать. Вон, слышишь, у тебя гранаты еще есть? Да, да-да-да. Вот какую эту турель? Турель вот сломать. Вот-вот-вот. Вон. Давай. Я же еще у врага не... Я сказал, что у меня есть гранаты, да? Ага. Забудь об этом. Ага, я понял. Да мы и так вылетим без этой турельки. Да вылетим. Мне интересно, там жопу кроет. Там железное здание жопу кроет еще одна турель, видишь? Сейчас, стой. Там вот еще одна турель вот сзади. Так, хорошо. Да, подожди, там... А, она вон смотрит на нас. Ну, привет. А у них в ней патронов больше нет, скорее всего. Ага. Че, давай попробуем вылететь сейчас. Угу. Мне кажется, осмотримся. Они все втроем здесь спали. Так, попробуем, а может их больше? Вдруг есть еще. Ой-ой-ой, а что это тебя сбросило? Потому что я ударился об это. Сейчас, да, я поднимусь наверх. Давай. Так, в меня там турелька немножко попросаживала. Угу. Так, зацепилась, нет? Что за херня? Да, но я об потолок ударяюсь, получается. Блин, турель сука еще, сука, дамажит. Угу. И как-то тяжело получается. Тихо. Держимся, да? Слушай, нет. Перевес какой-то. Когда сейчас, я тебя беру, сейчас, он не сейчас, двигается сейчас практически. У него веса нету. Блин. Как нам вывозить хабар? По чуть-чуть. Один здесь. Сука, потеряли одного птера, ребята. Вот это было неожиданно. Как же все глючит с этими. Да. Мы не можем двигаться, короче. Угу. Мы абсолютно перевес не можем двигаться. Перевес. Придется сейчас, выкинуть синие сейчас топоры. Не-не-не, нифига. Не выкидывай. Вот, сюда положи просто. Мы за ними вернемся. Сейчас, ну, кстати, да, это же хардкор. Они не должны не резнуться, не вернуться на базу, чтобы ее поднять. Главное, чтобы у них еще ребят не было. Главное... Ну, один был вообще запрятан за стенкой. Ты видел, да, вообще? Весь. Да, спрятался специально при том. Ну, мы тоже так делали, я помню. Ну, скорее всего, это сделано для того, что, видимо, парень долго не заходил. Либо его застроили свои же. Угу. Тоже вариант. У нас был один, который прятался в стенке от всех, пока он долго не заходил, чтобы его не раздели. И что, как он? Выжил? Ну, всегда выживал, никто не знал, где он. Там незаметно получалось. А кто это был? Стеночкой. Скизи. А. Кто-то, я помню, хотел в него говна насувать тогда. Ну ладно. А, ой, я думаю, где Скизи, сука, мечется? А он там, видите, за стенкой застраивался. Так. Попробуй сейчас, я облегчился. Облегчился. Сука. В этой игре это конкретно. Так, надо сверху тогда заходить. Ты меня выкинул под текстуры, слышишь? В смысле? Сейчас. Я почти под текстуру ушел, сейчас я поднимусь. Но я могу уже двигаться хотя бы. Угу. То есть я могу... Подвинься оттуда, подожди. Нет, блин, наверх поднимусь на самый, потом... Подожди-ка, ну я тебя зацепил. За что ты зацепился сейчас? Не... А, за стенку. За потолок. Так аккуратно, у меня не было этого. Ну, у меня было. Так. Спокойно. Давай. Видишь, сбивается, сука. Надо взорвать потолок как-то. Нам выбраться бы отсюда еще. А у тебя есть граната? Короче, еще? Давай сделаем красиво. Ты держишься? Нет. Да вот отсюда давай попробуем, с середины. И наверх прям. Сейчас. Птер, видишь, не останавливается прямо посередине, он продолжает по инерции лететь. Сейчас он вообще вылетел. Я знаю, как мы сделаем. Попробую. Подожди, я знаю, как мы сделаем сейчас. Я знаю, как мы красиво сделаем с тобой. Сейчас он, инерция пройдет. Мы не будем вверх лететь. Очень тяжело, короче.
опять же, очень тяжело. Поэтому и цепляется. Нужно больше выбрасывать. Ну, и себя повыкидывай. Вот здесь еще есть мусор. Да, давай из себя повыкидываем. Как бы можно вылететь с той стороны. Он из-за того, что, слышишь, вес маленький, он начинает очень долго. Ну, по факту, наша цель была не просто ограбить, как бы, мы еще вернемся сюда. Наша цель была здесь все-таки получить возмездие. Мы не знаем, они ли наше дерево жизни, ребята, срубали или нет. Но, тем не менее, возмездие мы свое получили. Хватит там кусаться. Там кенгуру, что ли? Да я, да я попробую. Я ж так и не доделал дело. Мне же надо попробовать это. Стой, 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 вот отсюда же. Отсюда же. Да вот отсюда. Да не-не-не, вот. Встань под меня. Я сейчас вылечу вон туда прямо. Нет, я там упрусь об эту потолок, над которым я сейчас стою. Так почему он? Потому что это арк. Потому что ну, вот так такой, я и хотел вот. Сделать. Ну вот, все. Да-да-да. Пускай меня. Опа! Пускай. Ну что, ребята? Неплохо мы так зашли. Ну, правда, не вынесли хабар из-за того, что в терам много чего не садится. Да, ночью, может быть, вынесем еще. А, надо будет еще вскрыть вон ту металлическую хибарку. А так, в принципе, мы все сделали, все, что могли, ребята. Рейд прошел благополучно, остались живы только додошки. Члены трайба абсолютно мертвыми являются. И, соответственно, останется только вынести хабарчик. В принципе, месть удалась, ребята. Это пока единственные игроки, которых мы встретили бы такую большую базу. Не знаем, что будет дальше. Но надеемся, что у них не было друзей. Вот. В любом случае, друзья, спасибо вам огромное за просмотр. Неплохо, да, братан, получилось? Да, отлично. Ну а с вами был NoFax. И Шиморо. А мы полетим домой скоро. Домой. Слушай, а как мы будем эту клячу перевозить? Это вот так вот лететь? Господи. До дому? Хорошо, я за кофе. Я за кофе. Да, друзья, всем спасибо. Всем пока.